Мы приехали в средневековую крепость Мамуре. Крепость окружена рвом с водой, в которой, кстати, плавают черепахи. Вон сколько. А должны быть крокодилы. Но крокодилов мы не видим. Площадь самой крепости составляет 23,5 тысячи квадратных метров. Длина стен, по-моему, 580 метров. Пойдемте посмотрим ее. Сама крепость находится рядом с городом Анамур. Welcome. Ticket, please. Да, тоже 20. Сал. Вход в крепость стоит 20 лир с человека также, то, в общем, тоже недорого. Можно залезть на стены, посмотреть сверху. Крепость состоит из 39 башен и бастионов. На территории крепости находится мечеть и развалившийся хамам. Есть подъем на стену, но почему-то говорят, что туда нельзя ходить. Хотя вон идет человек, снимает. Мы сейчас тоже, я думаю, пойдем. Вот так крепость выглядит изнутри. Прям такое внушительное строение. Здесь что-то жгли. Это, скорее всего, бойницы. Есть большое окно. Давайте будем думать, что это Кипр. На самом деле мы находимся прямо напротив Кипра. Если посмотреть на карте, где находится город Анамур, вы увидите, что Кипр от нас достаточно недалеко. С Мерсина, кстати, можно туда сплавать на кораблике на один день на экскурсию. Правда, только на территорию турецкую, ну, на турецкую часть Кипра, потому что на кипрскую нужна виза. Но Кипр мы отсюда не видим, хотя говорят, что его видно. Пойдем еще выше. Да, наверное. Ощущение, что крепость реставрировали. Что это не сохранившаяся она в таком виде. Уж очень свеженько выглядит все. Пойдем на саму башню. Почти добрались до самого верха, на самую высокую башенку. Полезли на самый верх. Такие достаточно узенькие ступеньки, поэтому нужно быть предельно аккуратным. Опа. Ползи. Очень аккуратно. Очень-очень аккуратно. Идем по узеньким лесенкам. И выползаем на самый верх.
А Кипр-то не видно. Кто бы что ни говорил, но его не видно. Здесь, кстати, из этого места одна из самых ближайших точек до Кипра. А вон там, на вон том мысу, мы как раз были в Анамуриуме. Вон там вон. Ну и вот так сверху выглядит вся крепость. Вон на мечеть. Сейчас мы в нее еще сходим. Кстати, на вон те башни-то, скорее всего, тоже есть проход. Но я думаю, мы туда уже не полезем. Там особо смотреть нечего. Все то же самое, пустые помещения. Просто полазить можно, конечно. Протерлись. А вон там, смотри, какая штука. Идешь, идешь себе такой, и тут бац, и вторая смена. Пойдем, Денис. Не, ну, возможно, здесь было какое-то ограждение, но в данный момент его нет. Короче, везде наделаны бойницы, даже вовнутрь. Кстати, насколько я понимаю, мечеть, сохранившаяся с тех времен. Ну, может быть, она отреставрирована, конечно, но... Может быть, отточена. Ну, понятное дело, что крыша, вот это вот все, окна явно новодел. Но с тех времен. Ну и также башенки, башенки, башенки. Лесенки, лесенки, лесенки. Да, везде можно залезть. Лесенки, кстати, очень узкие. Я думаю, что сделано специально, чтобы проще было обороняться, если вдруг кто-то пробил оборону, залез в эту крепость, чтобы сверху можно было их долбить. Это что у нас? Ну и вот так вот мечеть выглядит с другой стороны. В общем, больше в этой крепости ничего нет, поэтому мы сейчас заканчиваем ее осмотр и едем дальше. Ну, на этом наша экскурсионно-развлекательная часть сегодняшнего дня закончена. Теперь у нас релаксирующая часть. Мы будем отдыхать на вот таком вот пляже, купаться в море, что, собственно, мы уже благополучно делаем. Еще по пути сюда мы уже приглядели себе место для палатки. Поэтому сейчас покупаемся, пока есть солнышко, позагораем. А потом поедем в это место. Ну, в смысле, поедем. Оно здесь находится, прямо рядом с этим пляжем. Можно сказать, на этом пляже. Вот. Поставим палатку, будем делать ужин. И балдеть, отдыхать от жары днем, потому что очень жарко. На море ветерок есть, поэтому переносится гораздо легче. Ну что, пришло время готовить ужин. Сегодня на ужин мы будем готовить жаркое в горшочке. Сейчас я вам покажу наш горшочек. Ну-ка, наш горшочек. Горшочек вари. Вот наш горшочек. Жаркое у нас будет из курицы, с картошечкой, с помидорчиком, с перчиком. Короче, сейчас мы все это дело забубеним. А делать мы это будем вот в таком вот прекрасном месте. Солнышко у нас уже садится, поэтому мы начинаем готовку. А потом, когда покушаем, пойдем ставить свою палатку в нашем укромном месте, которое мы присмотрели еще днем. Ой, ребята, что ж тебя будет? Что творится? Посмотрите, посмотрите.
А место какое чудесное. А мясо-то какое вкусное. И овощи-то свежие. И как мы это все слопаем. И будем кричать: горшочек, не вари. Вот он наш горшочек-то чудесный. На двоих-то сейчас мы как от пуза треснем, потому что на завтра оставлять это нельзя, все испортится. Ой, какой будет приятный аппетит это у нас. Сейчас по отелю будем предлагать, за недорого. Красота? Красота! Все, все накупались. Кстати, вон там вон находятся какие-то отели. Мы сейчас обнаружили, что там есть душ. Мы сходили, воспользовались им. Пока мылись в душе, туда пришел еще молодой человек. С ним немножко поговорили. Оказалось, что он прилетел сюда на самолете из Стамбула. Отдыхает. Вот, вот они идут. Отели. Вот эти вот. Вон там он еще. Вот. Мы ему сказали, что мы приехали из Москвы на машине. Он очень сильно удивился. Сказал: круто. Алания говорит: good. Я говорю: да, Каппадокия тоже во, good. Он: е-е-е, все круто. Вот. Пожелал нам приятного вечера. Вот так вот у нас штормит море. Кстати, по ночам море штормит сильней, к утру море успокаивается. Видимо, воздух остывает, начинается интенсивное движение, потому что ветерок к вечеру поднимается. Не сильный, но есть. Что, собственно говоря, для нас-то хорошо, потому что не так жарко, сбивает эту жару. Возле моря прям хорошо. В город выходишь куда-то, вот мы были когда в Махмутларе, в город выходишь, там прям духота. А возле моря прям ничего, так жить можно. Поэтому нам отдых с палаткой и очень даже нравится. Ну и как вам наша красота? Горшочек пошел варить. Ну вот и готово наше жаркое. Сейчас мы себе наложим по тарелочкам. А еще у нас есть русский салат. Здесь в Турции русским называют салат оливье. Сейчас мы попробуем. Русский салат по-турецки. Ну и конечный результат наших творений. Вот такое вот у нас жаркое, если его так можно назвать. Пиво, салатик. Короче, царский ужин прямо на берегу моря. Вы же все слышите шум прибоя. Нам приятного аппетита. Вам не подавиться слюной. Кто хочет покушать, тоже обязательно покушайте.